заре 21 века никто бы и подумать бы не мог, что за всем происходящим на Земле зорко наблюдает иной разум, подобно тому, как человек изучает под микроскопом эфемерных тварей, кишащих и плодящихся в капле воды. На протяжении столетий человечество искало дату конца света. Ученые мира выдвигали свои устрашающие гипотезы, каким будет судный день. Одни предполагали, что на Землю обрушится метеоритный дождь, другие, что сегодняшние города уйдут под воду или их разрушит землетрясение. В итоге выявленных концов света оказалось настолько много, что отныне человечество отказывается верить в новые гипотезы смерти планеты. Убежденные в своей власти над этим миром, люди ходили по земному шару, занимались своими делами, совершенно не подозревая о том, что через какие-то мгновения их мир, какой они знают сейчас, превратится в пыль. Через бездну пространств вожди иной цивилизации медленно, но верно вырабатывали свои планы, направленные против нас. Это был самый обычный день осени. Единственное, что было странно, можно сказать, аномальным, это большое количество грозовых облаков над Кольским полуостровом. Утром и днем на юге области облачно, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду. А дальше это вот плюс 20. Ковдорий Кандалакши плюс 18, плюс 21. В центральных районах облачно, временами дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. В Апатитах и Кировске плюс 18, плюс 20. В Мочегорске и Кировске плюс 17, плюс 19. В Лагозере 18 градусов выше нуля. На севере облачно, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. В Никеле плюс 15, плюс 17. В Мурманске до 17 градусов. В 4 часа утра над Мурманском образовалась огромная черная туча. Молния била в одно и то же место несколько раз. После необычной грозы город опустился во мрак. Не работало ни электричество, ни двигатели автомобилей, даже батарейки в часах были разряжены. Жители с ужасом наблюдали за тем, что происходит с асфальтом на площади 5 углов. Позже из-под земли показалось нечто.
Световой луч, исходящий из некого подобия рук, расщеплял живые ткани в прах, а скользя по поверхности земного металла или кирпича, разбивал его в мелкие части, словно лед. Через час, на рассвете, завыла воздушная тревога, которая оповестила спящий народ об опасности. Из своих домов выбежали сотни человек. Они брали с собой только необходимое. На улицах города были поставлены специальные пункты, к которым должен был подойти каждый. Упал объект, напоминающий цилиндр. Очевидцы теперь могли догадаться, что произошло. Весь центр города был объят дымом и пугающей атмосферой. Огромные массы людей уходили из города. Но никто не знал, от кого они уходят. Каждый, кто проходил 5 углов, ужасался от вида разрушенного универмага. Большой магазин, в котором каждый мурманчанин делал покупки, теперь превратился в руины. Вторая треногая машина пришельцев вышла из-под земли в месте, где упал цилиндр. Выпустив из корпуса металлические щупальца, треножник начал постепенно спускаться в город. Люди с ужасом бросались в бегство, увидев гигантское стальное чудовище, которое издавал жуткий гул. Третий колоссальный механизм уже бродил по городу и собирал людей в гигантское сплетение, которое напоминало рыбачью корзину. Другие пришельцы начали исследовать жилища людей. На третьи сутки захватчики уничтожили свыше 14 тысяч человек. Они начали создавать свою атмосферу, выращивать свои растения, распылять на них человеческую кровь, которая служила для них удобрением. Действия военных легко подавлялись. До сих пор в людей в голове есть один вопрос: почему военная техника работает?
Ракеты и все боеприпасы попадали в силовое поле, которое служило щитом для треножников. Никакое человеческое оружие не могло нанести вред механизму инопланетян. Через неделю весь город был окутан красной атмосферой. Земля стала напоминать Марс. У пришельцев появилось новое оружие. Черная труба, которая выстреливала ядрами, из которых выходил черный ядовитый газ. Попытки своих захватчиков иногда увенчивались успехом, но ни одна из них не обходилась без человеческих жертв. Их силовое поле было бессильно в воде. Один был уничтожен Североморске. До сих пор не ясно, почему у этой боевой единицы не сработала защита. Мурманск стал безжизненным городом, призраком. Как позднее выяснилось, на вторую неделю войны на выживание на Кольском полуострове список жертв вырос в десятки раз. Жители всех стран и городов в один миг лишились всего, что имели – жилья, денег, чинов и уважения. Теперь каждый был сам за себя. Никакие связи и деньги в данной ситуации не могли помочь. Теперь у жителей Земли был статус беженца. Но бежать было некуда, и прятаться было тоже негде.
Спустя 3 недели с захватчиками стало происходить необъяснимое. Ведь всех национальностей стран стали общаться о происходящем. На их глазах машины завоевателей превращались в неуправляемые груды металла. Нанеся огромнейшие убытки, уничтожив миллионы людей, захватчики стали умирать.
мертвые тела пришельцев лежали на улицах городов. После падения нескольких десятков огромных кораблей пришельцев связь и электричество возобновились. К счастью, упавшие корабли были пустыми. Очевидно, пришельцы решили бросить свои аппараты, поскольку боялись перенести наш воздух и микроорганизмы на свою планету. Как неземные существа вдохнули воздух, вкусили нашей пищи и глотнули воды, они были обречены. В то время как человеческое оружие не могло противостоять гигантам, пришельцы были уничтожены мелкими существами, коими Господь населил нашу планету. Поплатившись жизнями, человечество получило право существовать на Земле, и оно обрело иммунитет.